Виниловые пластинки вместо дисков, большой проигрыватель вместо миниатюрного MP3-плеера. Как слушали музыку в далекие 70-е, юные самарцы могут узнать музей «Советское время». Здесь собраны настоящие раритеты – от советских новогодних игрушек и значков до печатных машинок. Чтобы написать любой документ, 80-е использовали вот такие машинки. Если допускали ошибку, приходилось перепечатывать. Это вам не современные компьютеры. Вещи для музея собирали всем миром. Что-то принесли сотрудники детской библиотеки, что-то неравнодушные горожане. С помощью этих частичек прошлого подрастающее поколение лучше понимает быт и интересы своих бабушек и дедушек. Дети, для которых это совсем уже другая история, другой мир, они родились там кто-то через 10, через 15, через 20 лет уже после того, как Советского Союза не стал. Мы хотели подчеркнуть вот особенность именно того времени, которое вроде было недавно, но по очень многим параметрам отличалось от того, что сейчас. Отправиться в путешествие во времени могут все желающие. Экскурсии для школьников проходят регулярно. Экспозицию музея сотрудники детской библиотеки планируют расширять и с радостью примут в дар от горожан новые экспонаты. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.